15 штук. 2,99. Мелки, да. Сколько крупные? А вот эти воздушные пузыри 2,49. Может, возьмем лето? На лето? Ну, рисовать на асфальте там, где нужно. Вешалки велюровые, да, 11,95. Ну, так хорошенький, класс. 10 штук. 10 штук, да? Давай, у нас как раз нету. 15,89. Альбом для рисования огромный просто. Да, жалко, что дети его испишут. Ой, тут и листики такие хорошие. А, видишь, такие шершавенькие для рисования, прям для картин. 15,89. Дешево очень. А вот 10 злотых. Такой вот блокнот. Какой он большой. Класс. Здесь тоже листики такие. Твердые. Короче, кто творчеством занимается, любит рисовать. Стативчики, да? Слушай, класс, ну да, наконец-то. Выбирай. Уже пора бы мне купить. Почем они? Не знаю, разные, я не знаю. 14, вижу, 17, да? Да, штатив, это смартфон, 14,95. И палка для селфи с блютуза. А, ну вот она, палка для селфи. Все, не буду я больше снимать с дрожащей рукой. Да? Нам нужна мышка. 21. Недороговато? 21 злот. Кстати, вот нашли фото эти микрофоны. 40 злотых. Ну, я уже купила, ладно. А вот такой, наверное, профессиональный микрофон. 65 злотых. Видишь? Колонки. Я в наушниках не понимаю. Нет, мышка. Ой, в мышках. Не, ну вот, либо такой, либо черный, либо нет, белый. Кстати, бумагу покажу. Есть 500 штук за 19,95, 500 штук за 23,49. Очень дешево. И вот еще 23,49. Бумага. Рюкзачки детские. По 15 злотых. Такие для маленьких. И по 26. И такие. Сейчас. Классные рюкзачки. Так, знаю. Какие-то по 26, какие-то по 32. Какие-то по 15. Вот такие из дерева, доска, ой, какая она тяжелая, класс, супер, толстая. 22 злотых всего лишь, 13,65 такая. А, тяжело даже в руке держать, ничего себе, кусок какой. 13, вот есть за 7 маленькие, просто кусок дерева. Ой, даже не обчесанное здесь, здесь обчесанное, ровненькие, а здесь нет. И 25. Такие прям натурально. Шли, друшла, вот как хотели. Не, я думаю, просто цвета разные. Ну да. Ну, классный. Давай, будем брать 6,95. Такой? Да, это серенький. Открой. Ну, нормально, хорошо. Все, берем такое. Такую тарелку взяли, главное, что да, и большие 2,99, и маленькие 2,99. И вот такие чашечки небольшие 2,99. А это такие для этих яиц. Все по одной цене 2,99. Вот такая для запекания, 23 злотых всего лишь. Она такая достойная вообще. Класс.
очень хорошая. 23 злотых, это очень дешево. Железная. Супер. Такое обалденное декоративное зеркало. Огромнейшее просто. Здесь стекло, рамка. Вообще красота. 35 злотых. Очень дешево, я считаю. Красота. Хотела показать цены. Гель для душа Палмолив 5,95. Это я не знаю, что же шампунь. А, Ревлон. Огромная, 650 литров. 12,55. Дав. Шампунь 11. 320 миллилитров 8. А 360 11. Это шолдерс маленькая 8. Блискур 300 миллилитров 9,95. Пантин большая 360 миллилитров 12,45. То есть дешево, да? Зашли в другое дело. Здесь просто огромнейшее. Дава. А, стой, не надо, Слава, не убирай. Гель 14,95. Крем под крем для ногтей, ну тоже гель. А тот что? Тоже гель. Для ногтей надо нюхать или литр. 17,95 гель для душа, ну XXL. XXL. Невея гель. О, 15,95. Палмолив 750. 12,95. Фа 9,95. Ну как запах? Ну, вот этого вообще не очень. Не очень? Надо выбирать, ну.